Так, мы сейчас сидим в машине, я хочу продемонстрировать работу FM-трансмиттера. Итак, ну вот на приборной панели видно, что у меня радио включено и частота у него 90 МГц. Так, нажимаем кнопочку «Трансмиттер», видим, что здесь тоже стоит 90 МГц. Нажимаем вот здесь вот на кнопку включения и ну, даже наступила тишина. Можно сделать громкость повыше, но пока у нас ничего не включено, поэтому ничего и не слышно. Так, включим проигрыватель. Ну, допустим, Маша и Каша. Продолжение. Ну, в общем, FM-трансмиттер работает. Спасибо.